Всем привет, друзья! И вот появилась информация такая вот под вечер, понедельника, 14 ноября 2022 года. Лукашенко все-таки готовит большую мобилизацию. И вот один из таких вот нюансов, который указывает на это. В Беларуси объявили тендер на печать 50 тысяч бланков для мобилизированных со сроком выполнения заказа до 31 декабря текущего года. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. И вот у меня к вам вопрос. Будет у Беларуси мобилизация большая? И как вы считаете, рискнет Лукашенко под давлением Путина или без такого все-таки направить своих, так сказать, солдафонов воевать в Украину? Напишите ваше мнение. И что вы думаете по поводу этого? Я лично считаю, что такая вероятность очень огромная.